Мяч в игре. На стадионе Центра олимпийской подготовки «Авангард» дан старт всероссийским соревнованиям по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 2013». Одновременно с Омском турнир стартовал еще в 76 городах Российской Федерации. Более 100 тысяч человек, поклонников стритбола, вступили в борьбу. На шести площадках 65 команд омских ребят. Стритбол – разновидность баскетбола, появившаяся в середине прошлого века в США. Две команды по три человека играют на асфальтовом корте размером с половину обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно и то же кольцо. Летом мы как бы любим заниматься баскетболом и не бросаем его никогда. Поэтому такие турниры нам только помогают. Мы как бы встречаемся здесь с другими командами. Очень хорошо получается. Даже бывает выигрываем. Мы вам желаем удачи. Стритбол – один из самых доступных видов спорта. Как и остальные, пропагандирует здоровый образ жизни среди молодежи. Омская область в числе регионов, которые проводят оранжевый мяч с момента рождения турнира. Первое соревнование мы проводили в 1998 году на Зеленом острове. Я был тогда главным судьей соревнований. Я просто помню, что мы играли два дня. Команд было какой-то больше трех сотен команд. Мы перестали даже заявки принимать, потому что мы не укладывались даже в два дня. Ну вот с тех пор мы идем в ногу с уличным баскетболом. Все, кто хочет играть в баскетбол, все для этого есть. Кроссовки, мяч, кольцо. Соревнования проводятся по олимпийской системе на выбывание. Командное первенство разыгрывается в каждой возрастной группе. На этом турнире их три. Игра проходит на одно кольцо. Продолжительность одной встречи 10 минут. Или при наборе одной из команд 11 очков. Ну здесь просто все поставлены в одни и те же условия. 11 минут, либо 6 очков разница. В принципе, это должно хватать, чтобы доказать, кто лучше. Соревнования по уличному баскетболу – это всегда зрелищное мероприятие. Выброс энергии и волна адреналина – это большой спортивный праздник, дающий необыкновенный заряд бодрости и особого настроения.